Одна из лидирующих актрис театра Кутиатам Синху Каламандалам привезла сюда танец, который называется Мохини-Аттам. Это классическое искусство Кералы. Керала – это штат на юге Индии. В Индии две великих культуры. Одна северная, условно говоря, санскритская, древняя, на ней написаны веды. А другая сформировалась на юге Индии. Это два совершенно разных языка, совершенно разных культур. Но так случилось, что когда Северная Индия примерно в XI-XII веке была завоевана мусульманами, там сложилась монгольская культура, и санскритская культура откатилась на юг Индии. И сейчас источником всех древних традиций является именно юг Индии, штат Керала. Там Кутиаттам, а здесь Мохини-Аттам, то есть похожие близкие слова. Аттам – это танец, действие, игра, представление. Только в одном случае кути означает это совместное представление, это храмовый театр, а другое означает представление мохини. Моха – это заблуждение, великая иллюзия. Может быть, вы знаете еще одно слово – майя. То есть вот такая великая иллюзия, то, чего нет – кажимость, видимость. И считается, что Мохини-Аттам возник в глубине столетий, когда и появилась прекрасная женщина, чаровница по имени Мохини. Было это так, когда-то древние индийские боги, которые остались без священной пищи, без священных ритуалов, решили сами позаботиться о себе и вспахтать океан. Начинают появляться много-много сокровищ. Первым появился конь по имени Учхешравас. Это был белый конь. У вас в эпосе тоже есть, да, образ священного коня. Появился знаменитый, самый драгоценный на земле камень Коустубха. Бог врачевание, он был белым, замечательно красивый старец, с чашей в руках поднялся со дна океана, его звали Дханвантари, и в руках у него была чаша с амритой, напитком бессмертия. И они, естественно, первые потянулись к этой чаше и решили выпить весь напиток бессмертия. Боги почувствовали себя обиженными. Тогда один из них, бог Вишну, а должна вам сказать, что в индийской традиции боги имеют то или иное начало. Одни из них боги-мужчины в большей степени, как, например, Шива, бог-разрушитель. Другие боги-философы, они имеют нейтральный статус, как Брахма. В них сочетается и женское, и мужское начало. И есть боги, которые в большей степени женственные. И вот один из них – прекрасный Вишну. Вишну всегда в индийских храмах изображают с тонкими чертами лица, с большим количеством украшений, руки его замечательно ухожены. Он такой вот женоподобный бог. И поэтому именно он превращается в прекрасную женщину. Невероятной красоты. Но поскольку он все-таки по сути своя мужчина, то это иллюзия. И имя этой женщине – Мохини. И она проходит к демонам, те, потеряв рассудок от такой неземной красоты, мгновенно отдают ей амриту. А Мохини удалилась, унесла амриту богам, боги стали бессмертными, демоны нет. Ну, началась битва, что мы знаем, да, по фольклорным мотивам и других, во многих других мифологиях мира. Эту богиню-иллюзию, если хотите, образ женской красоты, то есть больше, чем женщина, да, танцует вот та воплощенная женская идея. Именно она и реализуется в танце Мохини-Аттам. В Индии есть несколько школ классического танца. Классический – это что значит? Это значит, танцевать можно по-разному, но используя один и тот же набор движений,
Они описаны в трактате, который называется «Натья Шастра». «Шастра – наука», «Натья – театр», «Наука о театре». Трактат, который был написан в глубокой древности. Да, вот мы знаем поэтику Аристотеля. Вот примерно тогда же в Индии был написан такой научный трактат. 36 глав. И все, что касается театра, от практики, теории, музыки, драмы, вообще все абсолютно. Да, все это описано в Натья Шастре. Движение рук. Это не просто движение рук. Считается, что от того, как вы держите руки, вы знаете, да, что вот, например, когда крестятся, складывают три пальца. Когда благословляют, да, вот есть, например, благословение Будды, вот такой вот жест. То есть жесты имеют значение. Они выражают некоторое сакральное начало, знаки своеобразные. Символы вот такого пластического языка. И используя эти символы, можно рассказать целую историю. Это язык, который языком пластики, движением может рассказывать истории. Это используется в индийском танце. Например, такой танец, как Бхаратнатьям. Там танцовщица фиксирует каждое движение. Поэтому часто индийский танец называют, это, значит, как снимают кадры в фильме. Да? То есть движение, переход к другому движению, к третьему, к четвертому. Это скорее набор поз. Вот таких вот. А есть некие промежуточные формы танца, но мохиня там – это танец, в котором реализовано длящееся движение. Она принимает некую позу, а потом как бы вот так, как лиана, да, или как… Она движется очень-очень плавно. И, как выясняется, зафиксировать движение и показать гораздо проще, чем двигаться плавно. Это очень сложное движение, но именно оно реализовано в танце «Великой иллюзии Мохини». Мохини ближе всего подходит к важнейшей концепции индийской культуры, которая зовется «лила» или «игра». Вы знаете, что боги и по своему эпосу, и по-другому, боги создают мир в борьбе. Это всегда трудно, это всегда сложно, это битва, это падение. А в Индии это единственная страна мира. Была реализована величайшая идея, что мир изначально легок и прекрасен. И боги создают его не в труде, а в игре. В невероятной легкой игре. И зовется эта игра «Лила». «Лила» – это журчание воды в фонтане. Это движение качелей, которые движутся туда-сюда. Это, знаете, вот пальмы, которые, да, как-то там шепчут и нашептывают что-то. Это вот такая игра, легкая и прекрасная, беззаботная. И когда боги хотят создать мир, они мгновенно играют. Возникает вот эта игра, и в этой игре этот мир рождается. Это концепция Лилы, единственная страна мира, Индия, которая знает подобную концепцию создания мира. Чтобы нанести грим, нужно не менее 4 часов. Грим наносится с помощью природных красок и растворенных в кокосовом масле. И актриса наносит его сама, но требует это очень много усилий. Это традиционный грим, его нельзя сделать кое-как, как и традиционный костюм. Синху преподает, да, в индийском центре, который называется Каламандалам. Она не только известная актриса, она еще и учитель, она гуру. Богатство этих традиций Кералу иногда называют страной, собственной страной Бога. Знаете, как собственным поместьем, доменом Бога в Индии. Потому что это действительно один из самых красивых и, добавим, богатых штатов Индии. Мохиниаттам – это одна из классических традиций Индии. Is a traditional solo dance performed by women? Традиция, которая является сольным выступлением актрисы. Мужчины не танцуют мохиниат, ну понятно, да, потому что это воплощение великой иллюзии красоты. Мужчинам как-то не по чину. It is
Its performance is based on Nadi Shastra. It is a delicate. Ну, основанный на Нади Шастре, особенностью этой танцевальной формы является медленность, протяжность, вот это вот, да, длительность движений. Танец строится, сопровождает музыкальное сопровождение, которое представляет собой классическую карнатскую музыку. Это две, опять-таки, традиции, южная и северная. Карнатская музыка, музыка Карнатики – это южная индийская традиция. И оркестр из нескольких музыкальных инструментов, особенностью которого являются в основном струнные и духовые. Нежные такие протяжные инструменты типа флейты. Флейта – это основной инструмент Кришны. Кришна – одно из воплощений бога Вишну. И мы опять возвращаемся к тому самому богу, который и превратился в красавицу Мохини. Это действительно медленный, плавный, изысканный спектакль одной актрисы, которая стремится внушить зрителям чувство божественной любви. На самом деле в индийской традиции очень точно дефинируются, описываются все чувства. Описано 8 чувств, таких как страх, смех и так далее. И главным чувством является чувство любви. Так вот, когда актриса танцует, она должна внушить так называемую шрингару, высокую расу. Шринга – это рог. Вот такая, да, вот такая повышающаяся высокая раса, шрингара, божественная раса, чувство божественной любви. Когда-то, предполагается, эта танцевальная форма исполнялась, была характерна для храмов, и актрисами были девадаси, танцовщицами были девадаси. Дева – это бог, даси – это рабыни, рабынями бога, так они себя называли. То есть те, кто не выходил замуж, знаете, вот такие, да, так сказать, добровольные монахини, те, кто посвящали свою жизнь богу, и те, кто часами в дорогих украшениях танцевали перед изображением Бога, посвящая ему всю свою любовь, все свои чувства, все свои мысли. То, что обычно женщина испытывает по отношению к мужчине. Актрисы часто танцевали полуобнаженными, то есть, я не знаю, знаете ли вы, но до прихода англичан женщины носили только юбку внизу, верхняя часть тела вообще не была закрыта. От них потребовали закрыть вначале верхнюю часть тела, появилась кофточка под названием чола, а потом и полностью закрывать появилась монгольская одежда севера Индии, вот шальвар-камис, видите, который сейчас одет на синдху. Это как бы такая, где закрыто все, закрыты руки, и это была совершенно другая традиция.
англичане были пуритане, им казалось, что все это неприлично. И для того, чтобы их законы все воспринимали, они объявили храмовых танцовщиц блудницами. Они сказали, что те, кто так танцует, да, полуобнаженными перед изображением Бога, не могут быть, что называется, порядочными женщинами. И возникла слава того, что Девадаси – это женщины легкого поведения, что, как сейчас показывают историки, не имело под собой никакого основания. Ну да, они были женами, их рассматривали как жен Бога, и поэтому они представляли в храмах ради своего возлюбленного супруга. Ну да, первоначально до прихода англичан это была очень высокая каста или варна. Это было образованное сообщество, которое служило Богу, но англичане очень быстро их низвели до уровня чуть ли не неприкасаемых. Да? И сейчас, к сожалению, как каста они уже не существуют, а танцовщицы до сих пор имеют не очень высокий статус в сознании народа. XII век, согласно сохранившимся источникам, эта танцевальная форма называлась даже не мохиниатом, а дасиатом. Даси – это рабыня. Представление рабыни Бога, жены Бога, да, под той, которая, так сказать, служит ему и телом, и душой. Сохранились изображения женщин, сейчас мы будем говорить о костюме и гриме, вот они сохранились на стенах храма именно в таком одеянии, в таких позах. Это означает, что танец существовал очень рано. С 1830 по 1852 год один из правителей Керала попытался возродить эту танцевальную форму. В это время она процветала. Когда женщина выходила замуж, она выходила в белом, и ей дарили вот такое сари, сари с натуральным золотом. То, что вы видите, это изначально были натуральные золотые нити. Это сари передавали из поколения в поколение. Такое сари стоило очень дорого и всегда очень ценилось. Поэтому в обычной жизни его не носили, одевали, когда ходили в храм, и этот, да, это же одежда. Деяния использует актриса Мохиниаттама. А вот так вот особенностью Мохиниаттамы является вот такая вот прическа. Видите, она как бы волосы убраны в пучок сбоку. Если вы увидите актрису, у которой волосы убраны таким образом, твердо, уверенно говорите «Мохиниаттам», и вы точно попадете, потому что ни одна другая танцевальная форма это не использует. Руки, если вы видите, выкрашены красным лаком. Это натуральный природный лак.
собак, он очень хорошо держится, и также выкрашены ноги. Она красавица, божественная иллюзия. При дворцах индийских радж была замечательная традиция пробуждения природы. Выбирали самую красивую девушку, она шла в сад и касалась, как бы вся прижималась к дереву и касалась своей ногой дерева. Это было такое мистическое соитие. И дерево должно было, дерево называлось Ашока, оно должно, Ашока беспечальное. Шока – это печаль, Ашока – никогда не испытывающая печали. Так вот, она к нему прижималась, и дерево расцветало яркими крупными цветами. И для того, чтобы это происходило, нога, которой касалась женщина дерева, и руки, которыми она к нему прикасалась, были выкрашены красной краской, красным лаком. И это же сохранилось в танце. То есть нам намекают на то, что эта красавица только что пробудила любовь, только что пробудила природу. Только что дала вот эту вот, да, толчок новой жизни. Желтая пудра, там сандал, там разного рода натуральные красители, которые размешаны на кокосовом масле. Я не знаю, что они туда добавляют, но они исполняют, они играют часами. По актрисе может, ну, все мы люди, течь пот, но никогда не сходит грим. Грим держится абсолютно. У индийцев грим в этих танцах никогда не спадает, не деформируется, не течет, ничего этого не происходит. А очень эмоциональный танец. В танце она выражает себя, она передает историю. Это не просто движение. Вы должны быть вовлечены, вы должны читать ее движение, вы должны понимать, что вот сейчас она о чем-то просит, или о чем-то мечтает, или о чем-то рассказывает. То есть каждый танец – это еще и пантомима. Сюжетный танец, который рассказывает историю. Украшения. Изначально это были драгоценные украшения, сейчас это в основном облегченные украшения, которые одевает актриса. Вот такие вот характерные серьги, браслеты. И на ногах актрисы колокольчики. Поэтому она и сама по себе является музыкальным инструментом. Когда актриса идет, каждый ее шаг отдается звуком этих колокольчиков. И она не может фальшивить. Она музыкальный инструмент. Понимаете, да? Она должна наступать так, чтобы звук, который она издает, был согласован со звуком оркестра. Хамсавакшасча шикаро, хамсасья пунаранджали, ардхаджандра... Учат с 6 лет и до 18 примерно, когда актрису инициируют для того, чтобы она выступала на сцене. Это специальная церемония. Пока она не получит разрешение учителя, танцевать она не может. Те мудры, которые нам показали, алфавит языка. Алфавит или как бы, да, слова. Это базовые движения. Это не значит, что они только ими пользуются. Но как из алфавита можно сложить множество слов, а потом предложения, а потом написать романы или песни. Точно так же они используют жесты для того, чтобы рассказать любую историю. Бог солнца, Сурья. Слон. Лотос. Криперс. Лиана, которая обвивает дерево. Лиана означает женщину, прильнувшую к мощному телу мужчины, одарившую его множеством благоуханных цветов. Вот такая должна быть ассоциация здесь. Лау. Любовь.
Понимаете, здесь нет случайных движений, то есть это очень-очень важно. При этом ни один танец – это не заученная композиция, в ней очень много от импровизации актрисы. Море, Самудра. Муж, как женщина видит, представляет мужа. Летящая птица. Классическая первоначальная поза, с которой актриса, как правило, начинает танец. Три части тела они выделяют. Это знаменитая индийская трибханга. То есть считается, что актриса, когда она стоит, должна иметь три изгиба. Она сейчас покажет, как это. Это основная позиция или ровная. Самом, вот то, что говорит ровно, да? Присед, да, как мы сказали бы. И полный присед, полуприсед и полный присед. Все должно быть постепенно. То есть, если она оказалась в приседе, то она должна выйти в полуприсед, а потом в позу, где она стоит прямо. Это очень важно, потому что мы почти всегда, сделав какое-то движение, его бросаем. Они в это не верят. Сакральное движение, если вы его начали, оно должно быть доведено до конца. Медленно, медленно, медленно присесть. А потом медленно, медленно, медленно встать. Если вы это сделаете, у вас будут болеть ноги. Медленное движение очень трудно делать. Это правда. Но оно очень полезное. Здесь это танец, драма, это более сложное искусство. Thank you.